Каждый год 12 июня жители страны отмечают один из самых молодых государственных праздников – День России. Во всех городах проходят патриотические мероприятия, флешмобы и концерты. Городской округ Люберцы не стал исключением. Центральный парк городского округа Люберцы сегодня большая развлекательная площадка. Музыка доносится отовсюду. Концертная программа началась в полдень на малой сцене. Для гостей праздника прозвучали русские народные песни. Гостей ждали мастер-классы по лоскутному шитью, изготовлению праздничных открыток, росписи имбирных пряников с сахарной глазурью. На свежем воздухе провели занятия адаптивной физической культурой для детей с ограниченными возможностями здоровья. Спортивные навыки продемонстрировали воспитанники клуба восточных единоборств. Праздничный концерт подготовили танцевальные и вокальные коллективы округа. Всем нам мира, мира во всем мире. Пусть мы будем счастливы и здоровы. Пожелаем процветания нашей страны, а всем нам здоровья, благополучия, успехов, удачи и всего самого лучшего, что мы могли нашей стране принести максимальную пользу. С праздником! День нашей великой истории. История, которая вписана золотыми буквами, золотыми нитями в книгу, которую создавали наши предки, писали ее. Писали своими подвигами, писали своим героическим трудом. Желаю только здоровья, только благополучия, мирного неба над головой. Конечно же, победы, нашей победы. Владимир Волков поблагодарил люберецких волонтеров, которые помогают людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и вручил паспорта 8 юным жителям округа. Я очень рада, я поздравляю всех с Днем России, желаю счастья и, конечно же, уверенности в себе. На главной площадке раздавали воздушные шарики, поэтому частичку праздника мог унести домой каждый. Россия, мы тебя любим! Богдан Колесников, Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.